Всем доброго здоровечка. Нахожусь у Кума на складе. Решил для вас, кто любит велосипеды, снять небольшое видео. Но у кого плохо с сердцем, слабенькие нервы, прошу не смотреть, потому что здесь очень много класснющих велосипедов. Вот такие вот есть женские. Отличный велосипед. Велосипеды есть бэушные, есть новые. Для женщин, для девушек, для мужчин, для детей. Велосипедов очень много. Много бэушных, но в очень хорошем состоянии. Немецких. Это, кстати, только небольшая часть велосипедов. Вот, например, посмотрите, вот такой куб, какой шикарнейший велосипед. Ездить по городу, не переездить. Или вот такой хайбайк. Шикарный вел. Бэушный, но классный. Или вот такой вот веллер. Шикарнейший велосипед. Какой-то Моррисон. Тоже классный. Вот есть такие попроще. А вот принесли велосипед вообще шикарный. Винора. А еще вот принесли велосипед. Вообще бомба. Вот я вам сейчас его покажу. Это не велосипед, а радость. Ой. Так. Я сейчас установлю здесь, попытаюсь, по крайней мере. Смотрите, что здесь есть. Так. Так, классный вел, вообще шикарно. Секунду, телефон. Очень легкий очень велосипед. Килограмм, наверное, не знаю. 9, наверное. Смотрите, что здесь. Класс. Классный вел. Классный, классный. Вот, вот еще вот это, смотрите. Это просто ехать по такому велосипеду в городской черте, все на вас смотреть будут. Красивый, красочный, яркий велосипед. Двухскоростной. Просто шик. Шик и блеск. Еще хочу третий велосипед в семью, то есть четвертый. В принципе, это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.